Привет, дорогие друзья, вы на канале Crypto Baby, и сегодня я вас познакомлю просто с улетным проектом. Наш проект называется Task Bunny. Все основывается на том, что мы будем с вами выполнять простые задания, за которые будем получать неплохие дивиденды. Ну, то есть все банально просто, от вас только желание заработать. И совсем скоро мы с вами выполним первое задание от Task Bunny, где получим 130 тысяч токенов Бани. Так что, дорогие друзья, обязательно следите. 1 октября, кстати, у них будет листинг этих токенов. То есть это не бесполезные моменты, а достаточно полезный момент, где мы сможем с вами зарабатывать. Так выглядит наш сайт. Это первый в мире поп-токен. Они вводят вирусность и мем-монеты на новый уровень. То есть совсем скоро это будет что-то грандиозное, ну а пока они только начинают раскручиваться. У них есть простая токеномика, и Task Bunny — это инновационный проект, который представляет концепцию Proof of Post, ну, то есть сокращенно POP, то есть POPCoin, как новый способ вознаграждения пользователей за их активность в социальных сетях. Как указано в статье, есть у нас токеномика. Токены команды являются зарезервированными. На советников у нас будет 5%, на ликвидность 11%, в общественном пуле 12%, на маркетинг 12%, у команды 15%. Также награды за компанию 27%. Где мы с вами совсем скоро сможем приобрести токены Bunny? То есть совсем скоро на MEX, на Coinbase, на Uniswap и на Аэродроме. То есть совсем скоро можно будет приобретать на любой удобной для вас бирже. То есть очень-очень быстро пойдет все. У нас есть дорожная карта, где, естественно, начинается все с создания токена. Далее у нас токеномика и белая бумага. Потом у нас завершение веб-сайта, ну и так далее. Я думаю, на этом дорожная карта не заканчивается, она будет расти, расти, расти. И также нас ждет, конечно, много листингов, стейкинг и многое-многое другое. То есть зарабатывать мы сможем с вами самыми различными способами. Также не забывайте про социальные сети, это важно. Если вам понравился проект, следите, не теряйте. У них есть аудит от Certiq, где вы можете, собственно, убедиться в том, что проект является безопасным, и вы можете спать спокойно, пока ваши деньги работают на вас. Есть также у них белая бумага, где все подробно расписывается. И есть у нас здесь все полезные нам моменты. Кто хочет более углубленно ознакомиться с проектом, можете ознакомиться. Ссылки, как всегда, оставляю в описании. Так что не теряйте, если кто-то хотел реально заработать, то Task Bunny, конечно же, это для вас шанс. Есть у них также своя страница в Твиттере и, конечно, есть у них видеоинструкция, как же нам подключить кошелек там, как нам присоединиться к Твиттеру, как выполнить первое задание. Ссылку тоже оставлю в описании, чтобы вы не теряли. Ну и, конечно, подписывайтесь на Task Bunny в Твиттере. Я думаю, будет горячо и будет очень много всего интересного. Также у них есть своя группа в Телеграме, где вы сможете следить за новостями, а также, если у вас появятся вопросы, то, конечно, задать их с радостью помогут. Это вот такие вот ребята. Ну, а теперь мы с вами, конечно же, тоже получим 130 тысяч токенов от Bunny. Я думаю, это будет совсем скоро реальным. И мы с вами сможем их получить и, конечно же, продать или хранить. Уже дальше решим, что делать. Для этого я подключаю свой кошелек MetaMask. А теперь нам нужно присоединиться к Твиттеру. Сейчас у нас загрузится. Так, теперь я нажимаю эту кнопочку. И мы с вами присоединились к Твиттеру. И теперь мы, собственно, можем принять участие, так сказать, в этом задании. Сейчас у нас пройдет загрузка, и я думаю, мы тоже получим 130 тысяч токенов
Бани. Ну, загрузка чуть-чуть отстает. Так, нужно подтвердить. Подтверждаем MetaMask. И снова у нас так, загрузка. Все, все получилось. Теперь будем ждать токены на кошельке. Ну и как, конечно, придут, я думаю, это не последний мой обзор на Task Bunny. Я надеюсь, что я и дальше буду выполнять задания по Task Bunny. Конечно, жду с нетерпением. Ну а вам всем желаю удачи вместе с Task Bunny. И, конечно, всем вам летного классного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии. И не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!